Кто кричал? Ты что ли? Нет, я спала. Я слышала что-то сквозь сон, но подумала, что это где-то с улицы. С улицы. Хозяйка твоя где? Как где? У себя спит? Где же еще-то быть? А спальня ее где? Там, на втором этаже, слева. Там что? Детская. Я тебя иду искать. Значит, дотронулся до нее, значит, теплая была, но глаза как будто стеклянные. Тут ясно дело, покойница. Странно. Крик, говорит, с улицы аж слышали, а неужели никто в доме не проснулся? Служанка ихняя. Вроде что-то слышала. Но не разбыла с просонья. Кто, откуда, думал с улицы. Ну, что я могу сказать. Смерть наступила в результате удара. Тяжелым, тупым предметом. Вот видите, в районе левого уха у нее череп до основания проломлен. Орудие убийства найдено? Никак нет. У меня к вам большая просьба. Если я не сильно нужен, позвольте мне откланяться. Конечно, можете идти. Благодарю. Антон Андреевич, вы осмотрите здесь все внимательно. Важна каждая мелочь. Работаем, Яков Платоныч. Примечательно, что ничего ценного не взяли. Деньги, украшения, все на месте. Огромное количество пыли повсюду. Дама явно в дорогу собиралась, вот только из дома выйти не успела. Да. Быть может, услышала какой-то звук, заглянула и пала жертвой злодея. Вы, когда здесь все закончите, осмотрите окна и двери. А я с обитателями побеседую. Будет сделано. И что же, никто из вас крика не слышал? Так спали мы, поэтому никто ничего и не слышал. Татаринов Викентий Андреевич. Племянничек мой. А вы, простите, кто будете? Пахомовна. Служу я здесь, в хозяйстве. Кто-нибудь еще в доме живет? Горничная моя Сусанна. И супруга. Племянника моего, Ксения, жила. А вы, как я погляжу, прямо вот так спали? В одежде? Разморила, я прилег, не заметил, как заснул. Странно это. Ночь на дворе, а вы одеты, как будто в дорогу. Жена ваша, словно при параде, чемодан при ней упакованный. Собирались куда? Да, собирались. Думали утром первым же поездом в Москву поехать. Я вот билеты купил. А мне, значит, ничего не сказал. Тайком решил сбежать, не попрощавшись. Как воришка. Да вы же, тетушка,
сами меня выгоняли. Вроде как и не рады были. А чему радоваться-то? Я же вижу по твоим глазам. Почему ты обхаживаешь старуху больную? Да хватит уже, тетушка! Довольно! Жену мою убили! Вы хоть это понимаете? Фух. Вы здесь горничная? Да, Сусанна. У Бенециановой давно служите? Недавно. Я сама из Саратова. Вот. Там тоже в хорошем доме служила. А что же вы ехали, коли дом хороший? Провинились? Да нет, что вы, бог с вами. Просто тамошние хозяева за границу уехали. А у меня письма есть. Рекомендательные. Из другого дома тоже. Вот что, вы приходите завтра в управление и письма свои рекомендательные приносите. Барыне плохо, доктора зови срочно. Пахомовна? Со слухом у них у всех все в порядке. Да. Следов взлома нет. Значит, убийца живет здесь. Или кто-то из них впустил убийцу в дом. Сюзанна? Пока никого исключать нельзя, кроме хозяйки. Для нее такой удар не под силу. Да. Хотя двери она могла открыть. А ведь, кстати, это детская, а где же ребенок? А, это известная история. Хозяйка Бенцианова Антонина Марковна лет 20 назад потеряла своего сына. Что случилось? Пошел кататься на коньках на речку. Провалился под лед. Воспаление легких, и спасти его не удалось. Сколько ж лет ему было? 7 лет. Господи. Да. С тех пор Бенцианова почти не выходит из дома. Да и в себя мало кого принимает. До сих пор оплакивает своего Петрушу. И комната до сих пор выглядит как жилая. Да. Вот почему именно в этой комнате труп? Загадка. Голова в дребезги, и весь пол, говорят, кровью залит. Загубили невинную душу, бедняжка. Кто у кого только рука на это поднялась-то, а? Да может, воры в дом залезли, кто ж знает, да? Ужас. Ужас. Убили кого-то? Убили. Бенецианова, жену племянника. Убили. Жену племянника Бенцановой. Прямо в доме. Какой ужас. Да. А вы что, были с ней знакомы? Некоторое время тому назад Бенцанова обратилась ко мне, как к медиуму, чтобы я обучил ее, как следует правильно общаться с духом покойного сына. Бедная женщина. Видимо, от горя совсем разума лишилась. Бенцанова утверждала, что ощущает присутствие сына. Она с ним разговаривает. Убеждена, что он ее слышит и понимает. Тосковья? Я всегда говорил, любое назойливое вмешательство в жизнь духов, не обладая определенными знаниями и навыками, наказуемо. И, несомненно, влияет на душевное спокойствие. Всего хорошего. Дядя, ну почему вы себя так вините? Ну в этом ведь совершенно нет вашей вины. Я мог как-то поучаствовать. Я мог как-то оградить ее.
А что я вместо этого? Махнул рукой? Подумал, пусть полоумная старуха делает, что хочет. Вот результат. Вы же не думаете в самом деле, что в этой смерти виноват злой дух? Все может быть, все может быть. Определенно Бенцанова нуждается в помощи. Сирота я. Скиталась все детство. Вот. А потом в Пензе работу нашла. Прислуживала в доме одного купца. А потом в Саратов переехала. А что, в Пензе не заладилось? Жена купеческая ревновать начала. Был повод? Да на кого это все? Пустое, не было ничего. А вот хозяин ваш на похвалу не скупится. Прилежная, услужливая, чистоплотная. Купец второй гильдии Воеводин. Вы продолжайте. А потом в Саратове я работала в семье доктора. Но они дом продали и подали за границу. Ну, а в Саратове как-то больше не было работы. Опять прекрасная характеристика. Воспитанная, старательная, сообразительная. Доктор Ванин. А как же вы у нас в Затонске-то оказались? Так проездом как-то была, и мне ваш город очень понравился. И работу сразу тут нашла. Я же 2 месяца как служу у Бенцановой. Устаете, поди. У хозяйки-то характер непростой. Не жалуюсь. Хотя, конечно, бывает и тяжело. Вот поэтому, наверное, и спите крепко, ведь кричала-то убитая громко, коль городовые на улице слышали. Так я тоже слышала сквозь сон, но я подумала, что это где-то на улице. Понятно. Перед убийством что-нибудь подозрительное в доме видели? Может, разговоры какие слышали? Да ничего странного. Все как обычно. А подслушивать я не приучена. А вот это похвально. Ну что ж, ступайте тогда. Только из города не уезжайте. Может, еще понадобитесь. Хорошо. До свидания. Антон Андреевич, отправьте телеграфный запрос в полицейские управления Пензы и Саратова. Угу. Надо проверить, что же ее носит по городам, да весим молодую, да незамужнюю. Угу. Да, что там по поводу француза? Никаких зацепок. На старой квартире он не появлялся, а возле дома князя тоже замечен не был. Но я там поставил нашего человека. И никаких следов синей тетради. С дома князя наблюдение снимайте. Как же? Снимайте, снимайте. Неловкий топтун может только все испортить. У меня другие средства есть. Как прикажете. Дядя, ну неужели вы думаете, что дух, который обрел свободу, вдруг явится решать людские вопросы? Некоторые духи не могут обрести покой из-за того, что у них остались здесь незавершенные дела. Они ведь тоже подвержены страстям. Их обуревает разочарование, и гнев, и обида, и жажда мести. Ну хорошо. Но если нет никакой возможности обрести утешение, то что? Вечные терзания? Можно попробовать успокоить дух. Успокоить дух? Это интересно как? Исповедовать? Дядь, ну вы шутите. Была такая история. В одном английском аристократическом поместье начала происходить череда загадочных смертей. Баронет покончил с собой. Его сын упал с лошади, сломал шею. Экономка споткнулась, упала с лестницы, разбилась. И оказалось, что все это делает неупокоенный дух женщины, которую бросил любовник. Тогда нашелся один французский медиум, который бедняжку успокоил. Он уговорил ее простить любовника, что она и сделала. А он таким образом, получается, поработал и как медиум, и как психолог.
конечно, если к смерти Ксении Татариновой имеет отношение какой-то дух. Но тогда получается, что у него должна быть какая-то цель. И человек, руками которого он этой цели добьется. Надо ехать к Бенцановой. Время не самое подходящее, но и медлить нельзя. Бес его попутал. Вот он в выступлении женушку-то свою и тюкнул. Не знаю, как-то не верится в такое зверство. И он вроде бы приличный человек. А больше-то некому. И полицейские не велели ему никуда уезжать. Зря, что ли? Ой, как теперь под одной крышей-то жить? Да будет вам. Ну что вы. Может быть, это не он. А лиходей какой. Скажи еще нечистая сила. Ой, Господи, прости. Сюда! Ну, убирайся отсюда, нечисть бродячая! Вот отчаянная! Не оробила! На самом деле нечисть какая-то в доме. А все с этого Татаринова началось. Как он появился, так все наперекосяк. Вам, небось, обидно, да? Все-таки всю жизнь прослужили. А теперь вот барыня поди Татаринова сделает единственным наследником. А вам ничего? А мне это неизвестно. Я завещание не видела. Да и читать не умею. Кто это? С чем пожаловали? Это я. Здравствуйте. Петр Миронов. Это племянница моя, Анна. Не здоровится мне, чтоб гостей принимать. Мы помочь вам пришли. А я в помощи не нуждаюсь. Ну, если бы только что-нибудь от сердечной боли. Антонина Марковна, мне кажется, следует разобраться в причинах гибели супруги племянника вашего. А это полиция. Пусть и разбирается. А с меня этих ваших вопросов довольно. Я... Иди. Вот, о, вот, вот видите, слабо. О, не, с постели встать не могу. Не. Вы позволите? Антонина Марковна, здесь имело место быть вмешательство потусторонних сил. Ну вот что вы такое говорите, сударь? Как это Ксения могла помешать вашим потусторонним силам? Это мы и хотим выяснить. Не обращались ли вы к каким-то другим медиумам? Или, может быть, сами проводили какие ритуалы? Капли я пью. Пилюли глотаю.
Вот, все мои ритуалы. О, после смерти Петруши день за день идет, идет. Я даже не понимаю, где зима, где лето. А Петруша не давала себе знать? Довольно. Оставьте вы меня в покое, Петруша. Мне надоели все эти ваши фокусы. Вам деньги мои нужны. Деньги мои нужны. Оттого вы все это затеяли. Антонина Марковна, поймите вы. Ксения могла пострадать от ваших неумелых заигрываний с духами. Это важно. Вы что? Вы что? Обвиняете меня? Чушь! Мы просто хотели помочь. Оставьте! Вам. Оставьте меня! Оставьте, оставьте меня! Все. Оставьте. Какие вибрации? Сколько темной энергии, будто в нее в саму злой дух вселился. Покажите любезность. Покажите комнату, где была найдена Ксения. Нам внутрь не попасть. Если я не войду туда, я ничего не смогу узнать. Аннет. Поймите, мне очень важно туда попасть. Не могу я. Не велено. Меня Бенецианова выгонит, а городовой вообще в участок отправит. Аннет. Почтение, Платоныч. Мое почтение. Приветствую вас, господа. Как обустроились? Благодарствуйте. Нам многого не требуется. Тогда прямо к делу. Я вызвал вас, господа, потому что мне нужны свои люди, независимые от местной полиции. Так же, как и от полиции Петербургской, дело-то весьма деликатное. Это мы и понимаем. Не первый раз, Яков Платоныч, в таких делах с вами бывали-с. Поэтому вы здесь. Жалование как оговорено. Само собой. Письмо от полковника. Разумеется. Вот-с. У нас две задачи, господа. Француз Жан Лассаль, плотного телосложения, лет 50. Установите местонахождение и наблюдайте. И второе. Установите наблюдение за домом князя Разумовского. Фиксируйте всех его гостей, кто такие и откуда. Докладывайте ежевечерне. В экстренных случаях, в любое время, будете высылать мне записки, подписывайтесь, как обычно, Жук и Франт. Минутку. Приступайте немедленно. Рад вас видеть, господа. Взаимно. Честь имею. Дух Ксении Татариновой, явись. Ой, худо мне. Ой,
сердце так прихватывает, как бы удар не хватил. Никто не зайдет, не спросит, не померла ли. Дух Ксении Татариновой явись. Ну, прислуги-то все равно. А если руки-ноги откажут, кому нужна буду? А племянничку моему? Племянничку, только денежки мои нужны. Дух Ксении Татариновой явись. Кому на старости лет нужна буду? Но... Ксения! Отпустите меня! Я прошу вас, отпустите! Кто это был? Кто вас ударил? Бедный Анатоль, он же ждет меня! Кто это Анатоль? Отпустите, мне срочно нужно на Монастырскую! Я вас прошу, отпустите! Он же ждет! Кто молится-то обо мне? Будет. Она не отвечала на мои вопросы. Как будто бы она вообще меня не слышала. Все время просила ее отпустить. Отпустить? Да, и она все время просилась к какому-то Анатолию. Твердила об этом, просто не переставая. А ведь ты знаешь, такое бывает. Такое бывает с теми, кто покинул этот мир недавно. И еще не осознал, что находится уже там, по ту сторону. Такие духи, как правило, одержимы последним желанием, которое у них было в жизни. Получается, что перед самой смертью она должна была встретиться с этим Анатолием. Я должна рассказать об этом Штольману. Неужели Татаринов убил свою жену? Не знаю. Накануне он купил 2 билета в Москву на поезд. Для отвода глаз? Или они поссорились перед отъездом? И почему же они тогда пошли ссориться в комнату покойного мальчика? У них и своя комната имеется. Да, действительно странно. Яков Платоныч, Антон Андреевич, у меня для вас очень важное сообщение. Ксения в ту самую ночь должна была встретиться с неким Анатолием. Утро доброе, Анна Викторовна. Не могу порадоваться за этого господина, поскольку не имею чести знать. Вы присаживайтесь. Простите мне мою сумасбродность. Я очень торопилась. Ксения Татаринова перед самой своей смертью должна была встретиться с неким Анатолием на Монастырской улице. И мне кажется, что у них были отношения. Позвольте полюбопытствовать, а кто втянул вас в это дело? Кто на этот раз не доверяет полиции? Бенцанов или Татаринов? Ксения. Она мечется и все время просится, рвется к этому Анатолию. Влюблена. Снова светские новости с того света. Вы можете сколько угодно ехидничать, но вы хотя бы проверьте. Антон Андреевич, окажите услугу. Проверим. На Монастырской улице не так много домов. Так же, как и мужчин с именем Анатолий. Да, есть еще кое-что. Вы присаживайтесь. В доме Бенцанова объявился дух. А вот это точно не по нашей части? Да, но это дух покойного сына Бенцановой. Того самого, которого 20 лет назад не стало. Я слышал. Печальная история. Мальчик попал под лед и заболел воспалением легких. Но это было 20 лет назад. Но Бенцанова-то верит, что Петруша ее может вернуться? Ее можно понять. Она что-то скрывает. И это что-то связано с этим духом. Боюсь, это не в моей власти. Допрашивать Бенцианову о ее взаимоотношениях с миром духов. Это ведь по вашей части, не так ли?
Эта история с тетрадью наделала много шума. Как-то все не кстати. В Петербурге дело удалось замять. Хорошо, что его отобрали у Штольмана, он ведь почти докопался. Помилуйте, не стоит так драматизировать. Я не драматизирую, князь. Напротив, это вы слишком благодушны. Варфоломеев копает и будет копать. Дошло до императрицы. Она обеспокоена, что и велела вам передать. И это все, с чем вы приехали из Санкт-Петербурга? А этого мало? Впрочем, ее высочество также передает, что она не верит наветам и всецело на вашей стороне. Но стоит соблюдать осторожность. Дело было верное. Я договорился с этой Курочкиной о покупке тетради. Все прошло бы тихо. Кто ж знал, что там эта сумасшедшая девчонка и что она убьет Курочкин? И где же тетрадь? Сжег. Не стоит беспокоиться. То есть я могу положительно уведомить в этом наших друзей? Вы что, мне не доверяете? Я только уточняю. А что с этой девочкой? С англичанкой? Все хорошо. В сумасшедшем доме. Надолго? Навсегда. Впрочем, довольна об этом. Вы же понимаете, от нас ждут решительных действий. В отношении этого полигона он не дает им покоя. А присутствие здесь Штольмана, благодаря чему Варфоломеев знает о каждом нашем шаге. Послушайте, Нина, а может быть убрать его? Нет. Ни в коем случае. Это только сыграет на руку Варфоломееву. Ну почему же? Мсье Жан мог бы обставить это как смерть при исполнении служебных обязанностей. Нет. Не время. И, кстати, месье Жану вообще не стоит появляться в городе. Пока он пользуется моим гостеприимством и может находиться у меня сколько потребуется. Здесь его никто не будет искать. Хорошо. Я сегодня ночью уеду. Никто не должен знать, что я была у вас. Я не буду докладывать об этом Штольману. Ну, если, конечно, вы сами не побежите к нему на свидание. Эти ваши шутки. Хорошо. Так вот, на Монастырской улице проживает один единственный человек, который может быть тот самый Анатолий. Это Анатолий Киреев, офицер. Что-нибудь о нем известно? Ничего особенного. Сиборит. Выпивает в меру, головы не теряет. В Затомске у нас объявился, ну, месяца два назад проездом. Но задержался по каким-то пока невыясненным причинам. Есть какая-то связь с нашей убитой Ксенией Татариной? Хозяйка квартиры, где он остановился, оказалась дамой весьма любопытной и наблюдательной. Что бы делали без наблюдательных граждан? Да. Она сообщила мне, что Анатолия посещала дама в шапке с вуалью. Лица хозяйки, конечно, не разглядела. Зато во время отсутствия господина Киреева хозяйка заглянула в его комнату и изучила его почту. И выяснила имя дамы сердца Анатолия. Кто это? Она подписывала свои письма как Ксения Т. То есть... Мы любили друг друга и собирались бежать этой ночью. Да, а вот я думаю, случилось следующее. Вы пришли к Ксении домой и повздорили. Она отказалась с вами ехать, и вы ударили ее чем-то тяжелым по голове. Что вы такое говорите? Я не был в том доме. Я всю ночь ждал Ксению на почтовой станции. А вот это нетрудно проверить. Не так ли, Антон Андреевич? Я любил ее. И как долго продолжался ваш роман? Месяца полтора-два. Я не помню. Вы понимаете, все было как в сказочном тумане. Она чудо.
а муж ее тупица самодур. И вы уговорили Ксению бросить мужа и уехать с вами? Вы знаете, что такое истинная любовь? Вы знаете, что такое незатухающая страсть, а у вас на пути какой-то ничтожный тюфяк, ничтожество? Я долго пытался ее уговорить, но она никак не соглашалась. Но в маленьком городе держать связь с замужней женщиной невозможно. Вы правы. И вчера сюда неожиданно грянул ее муж Татаринов, а мы с Ксенией... Ну, в общем, Ксения была со мной, и... Что тут творилось? Безобразнейшая сцена, должен я вам сказать. Татаринов пытался задушить Ксению. То есть вы позволили Татаринову душить любимую женщину? Я еле его остановил. Вот, это было ужасно. Я оттащил его. Видит Бог, я не хотел отпускать Ксению с ним. Я ужасно боялся за нее, но он муж, что я мог. Он все-таки увез ее домой. Он был в такой ярости, он был способен на все, вы понимаете? Не очень. Да. То есть вы отпустили несчастное создание домой с мужем, который перед этим пытался ее задушить, а сами остались допивать здесь вино в доме? Ну что вы намекаете? Просто восстанавливаю события. Да что я мог сделать? Он муж и... Мы с Ксенией должны были бежать той же ночью. Вот, она прислала записку. Пожалуйста, через 2 часа она все-таки согласилась бежать. Причем немедленно, чем муж увез бы ее в Москву утренним поездом. Я прождал ее всю ночь. Это был наш последний шанс. Покараулят в Дон Жуана, пока Коробейников не вернется. А если алиби не подтвердится, в участке его. Слушаюсь. В любом случае, из города не выезжайте. Что это тут у вас за мальчишка? Ну, Ванька, сирота. Поесть попросил, но я и покормила. Частый гость? Ну, забегает, когда проголодается. Хозяйки, доложите. У нас предписание на обыск. Вполне могло быть орудием убийства. Похоже на то. Так. Что здесь происходит? По какому праву? Господин Татаринов, вы подозреваетесь в убийстве своей супруги, Татариновой Ксении Петровны. Я? Да. Что за бред вы говорите? Ревность, господин Татаринов. Ревность. У нас и свидетель имеется. Нет, сын. Нет, я не убивал. Я спал. А вот мне, думается, не спали вы. А караулили свою жену, подозревая, что она сбежит с господином Киреевым. И она действительно собиралась бежать, о чем свидетельствует собранный ею чемодан. Между вами произошла размолвка, и вы ударили ее вот этой самой тростью. Нет.
Нет, вы ошибаетесь. Я любил Ксению. Я никогда бы не навредил ей. А господин Киреев утверждает, что вы душили ее. У него на глазах... Нет! Нет! Все не так. Этот человек, он совсем не достоин ее. Я ревновал, это правда. Но поверьте мне, я не убивал. Во всяком случае, из Затонска до конца следствия вам уезжать запрещено. А также необходимо отмечаться в полицейском участке ежедневно. В противном случае будете помещены под арест. Вам понятно? Доигрался, племянничек. Они считают, что это я убил Ксению. Что она делала в комнате Петруши? Я не знаю. Врешь! Врешь! Неспроста она там оказалась. Я знала. Вот знала, что ты до этого докатишься. Карты, потом долги, а теперь это. Смертоубийство! Какие карты?! Какие долги, что вы такое говорите, тетя? Это клевета! Я все про тебя знаю, все! Откуда? Откуда? Ну кто на меня наговаривает? Никто. Никто. А я все равно все знаю. Деньги тебе мои нужны. Деньги! Всем! Всем нужны мои деньги. Деньги! Почему не хочешь обнять матушку свою? А? Почему? Подожди, подожди, подожди! Не уходи. Не уходи. Только не исчезай. Не исчезай. Как же мне хочется обнять тебя, приголубик. Нельзя, маменька. А люди, сказывают, тебя бояться надо. Будто из-за тебя Ксения померла. Но ты-то тут ни при чем. Ты такой тепленький, совсем как настоящий. Хочу с вами быть. Не хочу быть призраком. Мы с тобой собаку купили. Игрушек бы тоже накупили. По городу бы на коляске катались. Целый день. И на карусели. Тетя, что с вами? Ой. С кем вы разговариваете? Тетя. Вы здесь? Да здесь, я здесь. Не на том же свете не дождешься.
Но я же слышал, что вы с кем-то разговаривали. Померещилось тебе, померещилось. Со страху. Уйди, оставь меня. Дай мне покой. Да что же это такое? Да кто же? Знаете, ей размозжили голову точно так же, тупым, твердым предметом. Вам не кажется странным, Яков Платонович, а? Схожесть этих смертей. Я, кстати, не удивлюсь, если орудие убийства одно и то же. Дворник ее нашел, но ничего толком сказать не может, никого не видел, ничего не знает. Выходила она куда? Выходила Петрова носить, а потом не вернулась, и я подумала, что это она в свою комнату пошла. А сами-то где были? Так я у себя в комнате была. Отлучались куда? Меня барыня три раза вызывала, потом я пораньше легла спать, а потом меня позвала. Эх, Платоныч, смерть наступила, ну, примерно пару часов назад. То есть, ну да, 8 вечера. Боже мой, Викентий Андреянович, а вы когда последний раз Пахомовну видели? Я ее вообще целый день не видел. Уверены? Намекаете, что вот это вот убийство, оно тоже на моей совести? Зачем мне это? Скажите, зачем мне убивать Пахомовну? Да успокойтесь вы. Никто вас ни в чем не обвиняет. Проводите их. Желт со мной. Пойдем, милая, пойдем. Любезный, дворника давайте сюда. Ну что, братец, давай, вспоминай, рассказывай.
А чего рассказывать-то? Территорию обходил, ее вот нашел. Ну вот это и рассказывай, кого видел. Может, заметил кого постороннего? Днем мужик какой-то крутился здесь. Так. Молодой. На вроде приказчика или купчика. Не местный, прежде не примечал его тут. Ну а из местных с кем Пахомовна дружбу водила? Да разве что с приказчиком из лавки, из галантерейной. Заходила к нему чайку попить. Ну, спасибо тебе, братец. Ступай с Богом. Яков Платоныч, теперь пора с хозяйкой побеседовать. Да нет. Незачем больную женщину ночью беспокоить. Завтра. Завтра и с приказчиком побеседую. Раз. Четыре, пять. Я тебя иду Яков Платоныч, может быть, вы поговорите с галантерейщиком, а я вот тут постою. Хотя, впрочем. Непременно, голубушка, непременно. Заходите. Антон Андреевич, я здесь по казенной надобности. Расследуется убийство известной вам особы. Да, несчастье. Да. Несчастье-то какое? За что это Пахомовна-то? Добрая была женщина. Нищих подкармливала. Это господин следователь Яков Платоныч. Говорят, частенько к вам заходила? Захаживала. Поболтать о том, о сём. Когда в последний раз? Так вчерась. Жаловалась на Сусанну, горничную. Пахомовна-то мальчонку прикармливала, сироту, а Сусанна запретила ему приближаться близко к дому. А серчала поэтому Пахомовна-то. И чего же это Сусанна сироту не взлюбила? А кто его знает? Ругались они с ней, с Сусанной. Прям вне себя была, я ее никогда такой не видел. То есть они ругались и прямо здесь, при вас? Пахомовна иголки купила и забыла тут голова садовая. А я вышел, чтобы отнести. Гляжу, они на заднем дворе стоят, собачатся. Мальчонка больше не появлялся? Сегодня не видел. Если увидите, задержите его и городового зовите. Натворил чего? Да нет, хотим его в приют отдать. Хорошее дело. Честь имею. Если что, я еще зайду. А когда зайдете, Антон Андреевич? Прошу прощения. Тут счета неоплаченные лежат. А пара носовых платков, дюжина. О, носков, пара носков. Я помню, бьет. Помню. Все, не извольте беспокоиться. Жалование получу и все вам оплачу. Вот я вам и счета приготовил. Все чин по чину. Премного благодарен. Из чего бы это Пахомовне ссориться из-за мальчишки со служанкой? То ли Пахомовна что-то замышляла с мальчишкой, то ли Сусанна. А может быть, Сусанна в сговоре с Татариновым, и они сначала убили Ксению, а потом Пахомовну.
Опросите еще раз соседей, лавочников. Может, кто-то поточнее видел этого неизвестного. Встретимся в управлении. Соседей и лавочников. Угу. Анна Викторовна! Прошу покорнейше простить меня. Я Викентий Татаринов. Я вас везде искал. Но я не прячусь. Зато мне таиться приходится. Меня считают душегубом после вчерашнего. Вчерашнего? Вы ничего не знаете? Пахомовну, служанку тетки моей, убили ее. Какой ужас. Но я к вам совершенно по другому делу. К человеку, как говорится, сведущему. Да о чем вы говорите? О духах. Слыхал на Медне, как тетка моя, Бенцанова, ночью разговаривала с ребенком у себя в спальне. Ласково так беседовала, а он ей отвечал. И вы слышали его голос? Ну да, слух-то у меня отменный. Думаю, не иначе, как умерший сын Петруша пожаловал. Поэтому она так с ним ласково разговаривала. О чем они говорили? Не расслышалась. Нужно было обождать, подслушать. А я в беспокойстве-то поспешил сразу в спальню, а там уж и никого. Ну, кроме тетки, и окна наглухо заперты. Ну что, тетушка, она как-то объяснилась? Да какой там. Она недовольна была, осерчала. Если это был дух, вы не могли слышать его голос. Так вот поэтому я к вам и обращаюсь. Кто же мне еще-то разъяснит, что у этих духов на уме-то? Ну, вы мне поможете? Дух Петра Бенцианова, явись. Дух Петра Бенцианова, явись. Петруша, ты слышишь меня? Пожалуйста, ответь мне. Приди. Своей ходил? О чем вы с ней говорили? Он играет моими игрушками. Он кто? Он заходит в мою комнату и играет в мои игрушки. Интересно. А кто ж тогда посещает старушку, если не Петруша? Самозванец. Мы должны его подкараулить. Там, у Бенцановой в доме. Как же ты его, интересно, подкараулишь, если она теперь нас на порог не пустит? Обойдемся без нее. Знает скандала Неминова. Слушайте, это ваша единственная последняя возможность снять с себя подозрение и найти настоящего убийцу. Ну, вы идите, мы тут сами. Дядя, он наверняка появится в спальне Бенцановой. Поэтому я пойду и стану возле ее дверей, а ты меня здесь жди. Ты что ж, брось тебя одну? Не бойся за меня. Thank you.
Тебе привидение. Стой! А ну стой! Стой же ты! Куда? Ушел? Дух-то наш с художественными наклонностями. Да, к тому же он вполне осязаемый. И к тому же ужасно топает. Шустрый чертенок. Значит, точно живой. Это кто? Кто это здесь? Это как же вы посмели? Это мой дом. Я буду жаловаться в полицию. Успокойтесь, успокойтесь, тетя. Это я их пригласил, чтобы они разобрались, кто у нас тут шляется по ночам. Да кто ты такой, чтобы здесь командовать, распоряжаться, а? Кто ты такой? Мы просто хотели узнать, кто вас навещает по ночам. И представьте себе, едва его не поймали. Теперь он больше не придет. Это сын мой, Петруша. Это ты. Ты во всем виноват. Ты! Подождите. Может, это и не Петруша вовсе. И может, это какой-то другой мальчик. Нет. Нет. Это сын мой. Петруша мой. В жизни одна отрада осталась — поговорить с кровиночкой моей. Я его каждую ночь ждала. А вы напугали его. Бенсанова считает, что она видит дух своего покойного сына. Но она видит живого мальчика. Почему вы так решили? Что, караулили его в доме? Ну, если честно признаться, да. Но он сбежал. Ох уж это ваша самодеятельность, Анна Викторовна. Плохо, что вы его спугнули. При умелой слежке он вывел бы нас на взрослых подельников. Взрослых подельников? Если это мистификация, то за всем этим стоят взрослые. У ребенка на такое просто ума не хватит. Вот. Мальчик обронил, когда убегал. Яков Платоныч, телеграмма из Пензы, Саратова. Сузанна действительно работала у доктора и у купца. У местной полиции на нее ничего нет. Ни одного маломальского даже свидетельства, что она аферистка. То есть ни одной зацепки. Тупик. Ну почему же? Вот Анна Викторовна принесла. Вы узнаете, где применяется такая проволока. Мануфактуры, склады, мастерские. Дух, приходящий к Бенициановой, где-то же взял эту проволоку. Это медь. Это поможет мальчика найти? Во всяком случае, это действительно зацепка. Антон Андреевич, не теряйте времени. Честь имею. Я не понимаю, а зачем весь этот спектакль разыгрывать? Возможно, для того, чтобы манипулировать Бенициановой, привести ее к какой-то мысли, действию. Если мы узнаем мотив, возможно, поймем, кто убийца. Я еще раз поговорю с Бенициановой. Ой, нет, я думаю, это будет крайне затруднительно. После моего визита к ней. Ох уж это ваша самодеятельность, Анна Викторовна. Хотя за мальчика и проволоку хвалю. Поймите, он вовсе не дух. Он живой. Живой, живой. Мой Петруша живой, живой. Ради памяти своего сына, ну не дайте вы себя обмануть. Я точно знаю, что вашему сыну бы не понравилось, если бы какой-то другой мальчик выдавал себя за него. Другой? Как это? Другой. Он похож. Он очень похож.
Это не Петруша? Нет. Не сын мой. Кто вас убил? Ответьте. Расскажите, о чем вы разговаривали с этим мальчиком. В беде он сейчас. Как в беде? В руках преступников он. Вы помогите мне его найти. Это важно, о чем вы с ним разговаривали. Он ревновал ужасно к племяннику и к жене его. К Татаринову и Ксении? Да, да. Говорил, что они плохие, что они не любят меня. Вот. И требовал, чтобы они уехали. Поэтому вы и охладели к племяннику? Ну, вот возьмите, здесь письма лежат. Пожалуйста, возьмите. Вот письма. В письмах тоже там наговаривали что-то на него, что не нужна я ему, что, мол, деньги мои только ему нужны, племяннику моему. Да. Из письма выходит, ваш племянник... Сущий злодей и мошенник. Кто-то не хотел, чтобы он получил наследство. Ну, так нет у меня больше никого. Только он, да я. Может, еще кто-то в наследнике намечался? Нет, нету никого, нету. А Пахомовна, может, на что надеялась? А здесь появился ваш племянник, и она от обиды и стала писать эти письма. А Пахомовна? Нет, нет. Она же неграмотная была. Антонина Марковна, вы... Храните в доме драгоценности. Что я храню? И где храню? Это вас совершенно не касается. Яков Платоныч, убийца кашляет. Что? Ну, видимо, у него чахотка. Что вы говорите? Я говорю, что убийца чахоточный. Откуда вы это взяли? Дворник сказал. Странно. А мне он ничего такого не говорил. Стойте! Хорошо, что я вас застал. Такая проволока имеется только в лавке Курилин и сыновья. Отличная работа, Антон Андреевич. Да, вот еще что. Тот писал анонимки вместо покойной Пахомовны. Найдите автора. А как же? Почерк, характерные ошибки, ну и... Знакомых ее всех опросите. Угу. Яков Платоныч. Да. Я даже никого не опрашивая, могу сказать по почерку о авторе этих сочинений. Вот, обратите внимание, судя по количеству ошибок, человек малограмотный и, стало быть, невысокого положения.
Вот. Вот эти загогулины в словах говорят о том, что характер скверный, и наклон слов позволяет мне с уверенностью сказать, что человек невысокого роста и залысиной. Уж не ваш ли это галантерейщик? Не вам ли он этим почерком счета выписывает? Яков Платоныч, вы определенно все испортили. Это была моя шутка, моя фраза была. Я должен был сказать ее в самом конце. Да мы и так, под впечатлением. Позвольте? Да, конечно. Антон Андреевич, не переживайте. Это действительно был очень остроумный. Вот, обратите внимание. В самом деле, одна рука. Поехали. Трогай. Ну, она же неграмотная была, это, как Пахомовна, да. Ну, попросила меня помочь, а я что, мне что, жалко? Ты, братец, не знал, что пишешь? Наговоры на человека. Ну, я же не со зла. Зачем вы с Пахомовной поцелали мальчонку Бенциановой? Я не знаю никакого мальчонка. Как это не знаете? Вы же сами нам про него рассказывали. Ну, видел пару раз издалека какого-то босика. Пахомовна все с ним возилась, а больше я ничего не знаю. Врет. Ох, врет, Яков Платоныч. Я по движению его пальцев вижу, что врет. Да, Антон Андреевич, не зря вы язык тела изучали. А вы в глаза ему загляните. Какие еще умыслы у господина Лукова? Ради бога, какой еще замысел? Что, Пахомовна говорила о хозяйке? Жаловалась. Совсем это Венецианова с ума сошла со своими деньгами. Всех подозревает в злом умысле. Даже вон Ерошку выгнала, когда хозяин был жив. Что еще за Ерошка? Ерошка был у них такой в услужении. Ерофей Калачев. И лакей, и извозчик, и очень на все руки мастер. Где живет? Где живет, не знаю. Знаю только, что у рынка в кабаке все время ошивается. Ладно. Пасквилей больше не пишите. Подсудное это дело. Как пить дать, они с Пахомовной затеяли этот маскарад с духом мальчика. Не думаю, здесь что-то другое. Вы поезжайте в трактир и разыщите этого Ерошева. Должен он что-то знать. Будет сделано. А вы в управление? Нет, на склад Курилина. Вы поможете мне, Анна Викторовна? Ну, разумеется. Вы поезжайте в трактир и уштрихните этого Ерофея Калачева как следует. Да. Думаю, что не зря его уволили. Уж я его тряхнул. Не извольте беспокоиться. Пойдем туда. Вань, ты где? Ваня, слышь? Ваня. Это я, Вань. Ваня. Вань, я тебе поесть принес, слышь? Ты где? Поесть принес, слышь? Ваня! Вань, ты где? Ваня!
По всей видимости, мальчишка, наш псевдодух, обитает здесь, на чердаке этого склада. Откуда вы это знаете? Проволока, думаю, здесь, скорее всего, прячет. Да и мальчишку вы на склад не пустили, а на чердаке он может спрятаться, укрыться. Ну что, идем? Да боюсь, меня он может испугаться, убежит или спрячется, а вас может к себе подпустить. Только вы ему скажите, что вас Бенцианова послала, что ждет его в доме насовсем. Ну, это же неправда. Значит, придется пойти на обман, иначе нам его не выманить. Кто-то ведь использует его в этой афере. Я думаю, на чердак здесь он забирается. А мы пойдем через дверь. А хозяев мы не станем звать? Никогда. Если что, я объяснюсь. Мальчик, меня зовут Анна. Я пришла, потому что меня послала Антонина Марковна. Она очень просила меня привести тебя к ней. Она хочет забрать тебя к себе. Насовсем, понимаешь? Навсегда. Не бойся меня, пожалуйста, малыш. Я просто хочу тебе помочь. Малыш, не бойся меня, пожалуйста. Выходи. Я правда хочу тебе помочь. Его здесь нет. Смотрите, вы правы были. Он действительно здесь устроился. Чехоточный, да он был. За мальчишкой он приходил. Спасибо вам, Анна Викторовна, уж простите за этот инцидент. Ну, грусти. Вы можете рассчитывать на меня всегда. Я посажу вас на извозчика и отправлю домой. Ах, вот как. Попросили о помощи, а когда не нужна стала, так сразу и в отставку. Нет уж. Я от вас не отстану. Ну, так не отставайте. Антон Андреевич. Яков Платоныч, а я к вам на склад как раз. Этот Ерошка такие сказки Шахерезады рассказывает. Дескать, муж Бенецианова незадолго до своей кончины что-то ремонтировал в доме. Сам, своими руками. Хоть и болел уже. А Ерошка только кирпичи к дому подносил и раствор мешал. Даже Пахомовну в те дни в дом пускали только на кухню. А Ерошку после того случая вообще уволили. И какую версию он выдвигает? После третьей рюмки за мой счет он сказал под видом большой тайны, что старуха заставила мужа
тайник в доме соорудить. И, конечно, он эту историю рассказывает всем своим друзьям-собутыльникам, налево и направо. Ясное дело, тайна пьяницы – это ветер в клетке. Вот, я поспрашивал его насчет приятелей и записал все фамилии, приметы. Чахоточный среди них есть? Есть. Точно? Я же давно об этом говорю. А. Извозчик! Ну, и про него известно только, что его зовут Леонид. С Венецианами поехали. На Разгуляевскую. Вот ты где. А я тебя везде ищу. Обыскалась. Ой. Случилось что? Нет. Что? Лез на чердак к Ватьке, а там фараоны. Чуть не сцапали, еле ноги унес. Господи, а зачем ты туда пошел-то? Лень, ты что удумал? Сдаст он нас. Ванька, чует мое сердце, сдаст. Ты чего? Ты чего? Да ничего. В деревню хотел его отправить. Знаешь что? Сегодня надо идти, потому что ждать нам больше нельзя. Ага, а фараоны нас там сапают, небось, да? Нет, они нас там не ждут. Они же не знают тебя. Они все думают, что это Пахома, но все это устроило из наследства. Ничего. Любимый мой, сегодня мы уже будем с тобой при деньгах. Все будет хорошо. Где ваша служанка? Нету. В город отпросилась. С вещами ушла? Зачем же с вещами? Сказала, по личным делам. Покоя от вас нет в собственном доме. Весь дом вверх ногами перевернули. Антон Андреевич, вскрывайте. Вы сами расскажете, что тут у вас. Деньги мои. Деньги. И все камешки мои драгоценные. А почему же раньше не рассказали об этом? Ведь я спрашивал. А надобность какая была? Кто-то кладом вашим уже интересовался. Вы рассказывали мальчику об этом тайнике? Да. Петруш как-то мне сказал, маменька, вы совсем обнищали? Раньше, помню, у вас много красивых камешков было. А я засмеялась и сказала, вот в комнате твоей, в печке, весь клад-то и спрятан. Антон Андреевич, давайте инструмент вскрывать будем. Благодарю.
Вы арестованы. На пол. Бросьте на пол. Ну вы же сами видите, что ему теплый воздух нужен, что ему врачи заграничные нужны. А зачем, скажите, этой старухе такие деньжища? Ну да, вам-то оно нужнее. Долго пришлось тайник выведывать. Да уж. Время все шло, я все горбатилась, а про тайник, про этот ничего. Поэтому вам мальчишка-то и понадобился. Только вот татарины вы не вовремя приехали, так? Одно дело в дом залезть, где живут две старухи, а другое, где ночуют здоровые мужчины. Вот вы решили больше не ждать, подмешали всем снотворное и впустили его в дом? Только Ксения не стала пить это снотворное. Она ночью хотела убежать, и поэтому нас и заметила. Обождать надо было. Кто же ее? Вы? Я. Тут с перепугу, ну... Не хотели бы никого убивать. Случайно вышло. Без Пахомова это же случайно. Про Пахомова не знаю ничего. Не я это, клянусь. Заводи. Скажи-ка, Ваня, эти люди тебя в дом подослали? Наказали ту барыню матушкой величать. А ты ведь потом в дом сам стал наведываться. Понравилось? Барыня добрая. А Пахомовна? Пахомовна добрая была. А что ты Пахомову мне рассказал? Что они меня к барыне этой поцелуют. Еще что видел? Ленька Пахомовна в голове ударил. Брехня это! Скажи, а вчера на чердак он зачем к тебе приходил? С ножом приходил. Я видел. Ты что? Это же ребенок! Ты что? Уводи. Сдохну я скоро. Вот что. Спасибо. Спасибо, Яков Платоныч, век не забуду. Это вам спасибо. А Ваньке вот не забывайте. Дикий он, пугливый еще. Сирота, что скажешь? Ничего, обогрею. А вы, может быть, еще чайку с вареницем? Нет. Нет? Пора мне, спасибо. Ванечка. Ванечка, не торопись, не торопись. Ну, вот так. Молодец. Молодец. Добрый день. Яков Платоныч. Анна Викторовна, рад вас видеть. А я вот приходил проведать Бенцианову после всех ее потрясений. Вашу духовидицу. Удивительно, но теперь совсем другой человек. Да, это правда. Это просто чудо преображения. А я вот иду к Ване. Будем с ним заниматься, изучать основы грамоты. Готовимся к гимназии. Благое дело. Кстати, вполне материальный осязаемый дух, как видите. О, да. Здесь мы имеем дело с редким случаем материализации духа при помощи уголовной полиции.
Яков Платоныч, еще немножко, я, кажется, привыкну к вашему несносному брюзжению. Самое страшное, что и я начинаю привыкать к вашим визитам в мой кабинет. К чему решительно не могу привыкнуть, так это к тому, что вы каждый раз с собой нового духа приводите. Который помогает вам не попасть впросак. Порой ваши подсказки своевременны. А порой, знаете, ваш скепсис, он просто не знает границ. Я материалист и верю лишь в то, что могу увидеть или могу осязать. А привязанность, симпатия, любовь, в них вы верите? Ведь они же существуют, хоть вы не можете их осязать. Ну, почему же? У вас, по-моему, руки замерзли. Пойду, пожалуй. Меня там Ваня ждет, и заниматься нам нужно. Да-да. Конечно. Анна Викторовна. Всего доброго. Всего доброго. Трогай. Игра не окончена. Ход за мной. Ферзь. Мой ход.
Раз. Два. Три. Четыре, пять. Я тебя иду искать. Яков Платонович, ваше высокое благородие. У нас происшествие, требующее вашего неотлагательного внимания. Иди отсюда. Смели доложить, Яков Платонович. Дежурный, проснувшись. Проснувшись? Так точно, проснувшись в 6:30 утра, обнаружил... Лучше вам увидеть это. Удара в висок. Орудие убийства мы не нашли. Когда? Судя по температуре тела, я полагаю, часов 6-7 назад, но точнее я скажу после вскрытия. Где второй дежурный? Ночью ушел, жена рожает. Что? Ну вы сами его отпустили. Как я отпустил? Ну и мальчишка прибежал, сказал тяжелые роды. Вы отпустили. Да, помню. А до этого играли в шахматы. Арестантом. Да помню я! Сделайте фото, шахматы не трогать. И дежурного ко мне в кабинет. Любопытно. Сицилианская защита. Ну, это когда черные перехватывают инициативу. А кто этот арестант? Это карточный шулер, кличка Ферзь. Прибыл к нам из Петербурга. 3 дня назад его опознал наш осведомитель. Мы тут же его арестовали. У нас был циркуляр по его прошлым делам. Что я не понял, а шахматы здесь при чем? Шахматы были у него для души. На этом они и сошлись с Яков Платоновичем. Играли вчера допоздна. Да-с. Доигрались. Вызывали вашу судьбу. А ну-ка, присядь. Когда обнаружил убитого? В 6:30 пошел проверить. А до этого спал? Спал. А когда я ушел? 1:30. Ключи от камеры я тебе отдал? Так точно. Ну и камеру я закрыл, разумеется? Само собой. Вы же не могли ее не закрыть. Ну да. А ты, конечно, пошел и проверил, как там арестант. Вот это нет. Ваше высокоблагородие, не проверил. Как не проверил? Как ты мог не проверить? Ну так, ваше высокоблагородие, сами мне ключи отдали. Чего ж там проверять? То есть, получается, ты арестанта после моего ухода не видел? Никак нет. Потом уже, утром, в мертвом виде. Но камера была заперта. Ну как же ты уснул? Не могу знать. Черт попутал. Сам не знаю, как случилось. Знаете, ни разу, чтобы на дежурство... Ладно. Дежурство сдай и из управления ни шагу. Будем еще разбираться. Слушаюсь.
Доброе утро. Доброе утро. А куда же так рано-то, а? Так к ученику мне нужно, к экзамену готовить. Вот так маменьке и скажите. А что же и кофе не попили? Ну так экзамен на утро назначен. Некогда, некогда. Тело отправлено в Мертвецкую. Снимки я сделал. Орудие убийства не найдено. Давайте-ка попробуем восстановить хронологию, Антон Андреевич. Когда я ушел из управления? 1:30, по словам дежурного. К этому времени я уже отпустил второго дежурного к рожающей жене. Так точно. А я ушел еще раньше, в 11:30. К тому времени вы уже вторую партию проигрывали ферзю и намерены были взять реванш. Очень серьезно были настроены. Я что, даже кричал на него? Ну так, покрикивали. Очень возбужденно. Говорили, что бараний рог его скрутите. Это что ж получается, что после моего ухода ферзя живым уже никто не видел. Вывод напрашивается. Убийца либо дежурный, либо я. Что вы такое говорите, Яков Платоныч? Оставьте, Антон Андреевич. Я не помню, как ушел, как запер камеру. Я даже сам за себя ручаться не могу. Помилуйте, ну как можно? Да, вы приняли немного коньячку. Это было заметно. Ну и что? Ну, делать из этого вывод, что вы убийца? Да и из-за чего? Из-за проигранной партии? Прямых доказательств моей вины нет, я согласен, но любое честное следствие должно брать эту версию в расчет. Нет. Нет. Это невозможно, Яков Платоныч. Только не говорите мне, что вам самому это не взбрело в голову, помимо вашего желания. Ну что? Доигрались, господа? Моя вина, Николай Васильевич. Готов ответить. Да-с. Уж придется ответить, Яков Платоныч. Придется. Однако сейчас главное – найти убийцу. Чем скорее преступление будет раскрыто, тем меньше расплывется это грязное пятно на репутации управления. Позвольте сделать заявление. Слушаю. Я не могу вести это дело в связи с тем, что являюсь одним из подозреваемых. Что? Кто подозреваемый? Я запер камеру, и после этого ферзя живым никто не видел. Мне доложили, и что с того? Неужели кто-то может всерьез подумать о версии, что следователь полиции, надворный советник, убийца? Я благодарю за доверие, но в такой ситуации вести следствие мне просто незаконно. Оставьте нас. Виноват. За напарником послали? Так точно. Ты бы сейчас-то не спал, братец. Виноват, ваше благородие. Сам не знаю, что со мной. Я и умывался 3 раза, и снегом растирался на улице. А глаза сами слипаются. Никогда не было такого со мной, чтобы я вот на дежурстве. А тут прям... Может, что порчу навел? Порчу? Так точно, порчу. А ты не пил ли ночью? Никак нет. Никак я ел. Ел. Ел? Ел. А жена мне на дежурство всегда дает пирожки и квасу. А посторонних не было? Нет. Малый, который всегда мне приносит пирожки и квас. Соседский, он же и про беременность сказал. Пирожки и квасу, говоришь? Так точно. Квас. Да. Кто же проведет следствие? Коробейников. Издеваетесь? Мне нужен результат и немедленно. Номинально он поведет расследование, а я, отстраненный официально, окажу посильную помощь. Ну что ж, в этом есть резон. Антон Андреевич! Антон Андреевич! Яков Платоныч временно отстранен от исполнения своих обязанностей.
Следствие проведете вы. Да-да. Вы. Ну что, господин следователь, с чего начнем? Смотрим внимательно место преступления. Извольте, и что же вы видите? С достаточной долей вероятности можно утверждать, что игроки расстались миром. Это вам подсказала разбитая голова ферзя? Нет, ни в коем случае. Шахматная партия не доиграна, фигуры остались на доске. Это значит, что противники решили доиграть на следующий день. Кроме того, вы какими играли? Черными. Замечательно, у вас выигрышное положение, перевес на вашей стороне. И это доказывает, что убивать соперника из-за проигрыша у вас причин не было. И на том спасибо. Да, то есть версия ссоры из-за игры отпадает. Но, возможно, у вас была какая-то другая, более веская причина для убийства, не связанная с игрой. Вы ведь как и ферзь из Петербурга. Так. Не вы ли еще давеча с пеной у рта кричали о моей невиновности? Как частное лицо, безусловно, я верю, что вы не убивали. Но как лицо официальное, назначенное вести расследование, я обязан проверить все версии. Согласен. Что-нибудь еще удалось подметить? Вы заметили положение тела? Он сидит. Так, и что из этого следует? Время было позднее. Где в это время находится арестант? Полагаю, что арестанты в это время спят. Конечно, в постели. Так. Он проснулся от скрежета ключей. Увидел входящего, привстал и получил удар в правый висок. Левша. Убийца левша. Это доказывает, что вы и дежурный вне подозрений. Дежурного нужно будет еще проверить. Лев Платоныч, там вас Анна Викторовна спрашивает. Вот эти точки, эти, четыре угла доски, и весь город расчерчен на шахматные клетки. Угу. И что? Он сделал ход? Нет, не сделал, но сделает ход за ним. Ага, то есть я правильно понимаю, ходы должны указывать нам на определенные клетки плана? Именно. Ай, но что значит эта игра? Что ферзь хотел нам сказать? Я не знаю, что он хотел сказать, но твердил он все время, Штольман, играй. Игра не окончена. И вот еще что. Он сказал, куда пойду, там убью. Куда пойду, там убью. Да. Вероятно, он предлагает угадывать нам его следующий ход. То есть нам надо совместить план города с шахматной доской? Антон Андреевич, а вы не заигрались? Анне Викторовне простительны некоторые экзальтации, но вы-то лицо официальное. Хорошо. Откуда тогда, по-вашему, Яков Платоныч, Анна Викторовна знает про ферзя и про эту партию? Я в шахматы не играю. Я даже правил не знаю. А я не гадаю по снам. Прошу прощения, Яков Платоныч. Но расследование веду я. Виноват. Ваше благородие, там супостаты это привели. Хорошо. Пойдемте, Яков Платоныч. Сын родился, ваш скобродь. Сын. Нет, оно, конечно, нехорошо. Ну как же я мог, ваш скобродь? Прибежали, сказали, жена в родах помирает. Нет, оно все хорошо, слава богу, жива. Нехорошо, что этого гада пристукнули. Виноват. Но сын родился, ваш скобродь. Сын. Поздравляю. 5 суток ареста для начала. А там следствие выяснит твою роль в этом деле. Какую такую роль, ваш скобродь? А вот мы и посмотрим, какую такую роль. И тебе 5 суток за сон на посту. Пошли вон.
Так, еще раз. Кто приносил квас и пирожки? М? Так парнишка соседский, Колька. Он всегда приносит. Ну, чтобы, значит, жена ночью по улицам не бродила. Угу. А я ему зато гривенник даю. Хорошо. Квас остался? Никак нет, все выпил. А бутылка? Где? Так она пустая, ваше благородие. Но жена еще принесет, я вас обязательно угощу. Где бутылка? Давай сюда. Давай, давай, давай. Живо. Полагаю, что доктору Милцу этого должно хватить. Думаете, снотворное? Вероятно. Этого нельзя исключать. Антон Андреевич, а вам не кажется, что нужно бы тряхнуть этого Кольку-паренька? Очень даже. Очень даже. Ну вот этим и займитесь, а я к доктору Милцу. С вашего разрешения. Конечно. Да, войдите. Аннет. Мне показалось, ты взволнована как-то. Что-то случилось? Да, случилось. И что же? Сегодня ночью ко мне приходил дух и говорил про шахматы. Еще угрожал. Вот пытаюсь его вызвать. Как же он тебе угрожал? А не мне. Штольману. Штольману? Это что ж за дух такой, чтобы Штольману угрожать? Некто Ферзь. Я потому с утра в участок их убежала, что я беспокоилась очень. И не зря, как оказалось. Сегодня ночью убит в Арестантской. Что значит убит? Ферзь убит? По... Как убит? Дядь, а ты что, знаком с ним? Слышал про него. Слышал. И как же так? Ты вызываешь его, а он не является. Нет. Не приходит. Сразу после смерти пришел, а сейчас молчит. Молчит. Так, 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 так. Так, так, так. Как это произошло? Неизвестно. Следствие ведется. А где доска? Аннет? Необходимо попробовать еще раз. Муж запрещает ему ужин носить, потому как в полиции служит и знает, каково она шастает по ночам-то. Это конечно. Ну вот ты за что ж его в камеру-то? Он не виноват, он ни в чем. Да полно он будет. Не в Сибирь же его сослали. Посидит немного, одумается. Провинился человек. Не положено на посту спать, не положено. Лучше скажите, вы этому Кольке лично в руки отдавали квас и пирожки? Ну, сама-то кто ж? Угу. А вот в квас вы не добавляли случайно? Какие-то, может быть, травки, успокоительные, снадобья? Ой, да бог с вами, а! Ну я что ж не понимаю, квас-то он для бодрости-то как раз. Да чего же он уснул-то тогда? О! Что? Вон Колька-то! Овца из дверь бежит. Постой-ка! Ты Колька? Так. Ну да, не вздумай от меня бегать, а то арестую тебя и бочки твои. Ты ночью квас и пирожки носил в участок? Носил. По дороге что случилось? Что случилось? Что случилось по дороге? Ничего не случилось. Может, встречал кого? Кого не встречал. Угу. На лице что? Это. Ну, с ребятами на улице побаловались. Снотворное. Снотворное в квас ты подсыпал? Ничего я не сыпал. Дух Ферзя явись. Дух Ферзя явись. Явись. Дух Ферзя. Ну, Аннет, пробуй еще, пробуй еще. Сколько можно? Ну, не приходит он. Ну, сколько можно?
но он не приходит. Почему ты так заинтересован в этом? Любопытно мне. Любопытно. Говорят, он в Петербурге известный игрок. И не встречался ли ты с ним? Когда? И где? Скажи мне, на милость, я ведь, ты знаешь, не играю. Лавредный. Дух. Лавредный. Вы были абсолютно правы. В квас действительно было подмешано снотворное. Причем очень высокая концентрация, я полагаю, лошадиная доза. Значит, снотворное? Да. Спасибо, доктор. А что показало вскрытие Ферзе? Ну, вы же знаете, убит он был ударом в висок. Я полагаю, это был, скорее всего, кастет. Смерть наступила где-то в час или два ночи. А поточнее? Ну уж простите, Яков Платонович, точнее некуда. Значит, проблема это не решает. Вы о чем? Я ушел из управления в 1:30 ночи. Казус аннула проестанту. Что? За случай никто не отвечает. Ну-ка еще. Благодарствую. Яков Платонович, ну... Извини, дело срочное. Расскажи-ка мне про Ферзе. Так я уже рассказал все околоточному. Это же я Ферзе признал. Да, это я знаю. Зато тебе благодарность. Перо я в бок получу от ваших благодарностей. Вы его арестовали. Ну что еще? Убили его сегодня ночью. Прямо в камере. Что об этом знаешь? А что мне знать-то? Ведь это у вас убили. Ты смотри мне, не ври. Здесь дело не шуточное. Убийство. Зачем он сюда, в Затонск, приехал? Не знаю. Смотри, сдам я тебя дружкам твоим. Ах, вот оно как. Это за всю мою преданность? Видно, судьба у тебя такая. Рассказал бы все, не попал бы в этот переплет. Ротмистр Мышлоедов ездил в столицу проветриться и продулся там. Задолжал он Ферзю огромную сумму денег. Вот и приехал Ферзь. Должок получить. Мышлоедов? Кто такой? Ну, драгунский ротмистр в отставке. Известен своими наклонностями. Всю ночь тут пил, потому как заложил он свое имение в уплату долга. Только сейчас утром уехал. Всю ночь он здесь был? Всю. А ты? И я с ним. Весь кабак видел. Они по заказу ли ротмистра ты, Ферзя, в управление определил? Да что это? Да как же это? Да очень просто. Мышлоедов попросил тебя Ферзя в кутузку упрятать. Вот тебе и избавление от долга. Я... Вот это вы и праздновали всю ночь. Я же из гражданского долга. Я по совести полицию известил. Чтоб наш город от этого упыря избавить. А что касается до ареста, то вы не хуже меня знаете. Никакой арест должника от Ферзя не избавит. Он может и самой Сибири достать, если надо. И только смерть Ферзя может должника от него освободить. Thank you.
во сколько ты ушел? Так в половину первого мальчонка прибежал этот, Колька. Говорит, жена рожает, меня зовет. Он же и пирожки мне приносил, и квас. Да куда Колька узнал про роды? Так мы ж там все вместе живем, рядом. Соседи через дом. Как складно у вас все получается, друзья, товарищи. Живут они через дом. Жена рожать вздумала вовремя. Один к жене, другой он кваса напился, уснул. Это вы к чему? Вот и я думаю, к чему бы это все? К чему бы это ваша вот трагическая беспечность? Ваше благородие, вас их высокоблагородие требует. Иду. А вы посидите и подумайте, братья-разбойники. Я еще вернусь. Ты понял? Они на нас труп повесить хотят. Этот Штольман сам, небось, пристукнул. А они своего брата, благородие, выгораживают. Не. Не может быть. Да много ты знаешь. А я вот молчать не буду, раз такое дело. Я все скажу про Штольмана. И ты скажи. Я ему говорю. Ты снотворное подсыпал, больше некому. Он глядит на меня, чуть не плачет, у него под глазом фингал. В общем, вот что открылось. По дороге в участок его остановили два грабителя. Потребовали денег, отобрали сумку. Мальчишка клялся, что денег у него нет, однако один стал его обыскивать, а второй взял сумку, отошел в сторонку и рылся в ней. Вот тогда они ему снотворные в квас и подсыпали. Как пить дать? Потому как грабители вдруг сжалились над ним и отпустили. Все ему вернули, дескать, денег у тебя нет, ну иди себе с Богом, а пирожки нам твои без надобности. Паренек отдал еду дежурному и, конечно, о происшествии ничего не сказал. Потому как боялся лишиться гривенника. Да. Описать он, к сожалению, их не может, потому как их лица были скрыты шарфами и шапками. Но он запомнил отличительную черту. На тыльной стороне руки одного из грабителей была наколка. Получается, паренек принес еду одному дежурному. Второму весть о рожающей жене. Тот вместе с парнем и уходит. Позже ухожу я. Дежурный засыпает. Примерно в 2 часа ночи эти двое приходят в управление, берут ключи, открывают камеру и... Убивают Фердя. Но зачем? Спросим об этом ротмистра Машлоедова. Стой! Чем обязан, господа? Следователь Штольман. Это мой помощник, следователь Коробейников. Вам знаком некий Ферзь? Кто? Насколько мне известно, недавно в Петербурге вы проиграли ему крупную сумму. Да так, что пришлось имение заложить. Господи, каждая собака уже знает. Ну, я не имею в виду, вы понимаете. Да, проигрался. Ну и что? Полиция тут при чем? Оно, конечно, грех и разорение, но не преступление. Когда вы видели Ферзя последний раз? А в чем, собственно, дело? Он убит. Убит? Ведется следствие. Вы сами где были сегодня ночью? Есть Бог на свете? Есть! Господа, вы хоть понимаете, какую благую вещь вы мне только что принесли? Свободен! 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 А то я уж думал застрелиться. Или Ферзя застрелить. Не надо вот этого. Я всю ночь в кабаке пил с горя. А если кто-нибудь его пристрелил, то я ему в ножки поклонюсь. Но сам не причастен. Так когда вы видели Ферзя последний раз? А пару дней назад. Он имел наглость прийти сюда, требовать долг. Я ему объяснил, мне время нужно, чтобы продать имение. На том и расстались.
Господа, а может быть, вы изволите позавтракать? Так милости прошу. У вас гости? Ну, приятель заходил. Позвольте! Что? Вы? Какими судьбами? Добрый день. Здравствуйте. А я завтракал со своим приятелем. Вашей беседе мешать не захотел и вот удалился. Ну так, чтобы ничего не упустить. А в чем дело? Это мой гость. И в моем доме он может располагаться там, где ему удобно. Разумеется. За ширмой? Петр Иванович, я надеюсь, что вы понимаете, что все услышанное здесь вами, да, это... Да, да. Разумеется. Ничего нам не хотите сообщить? Нет. Мне неизвестно ничего. Ну, в таком случае, не угодно ли будет зайти к нам в управление сегодня? Разумеется, зайду. Буду благодарен. Честь имею, господа. Честь имею, господа. Что-то я не очень верю этому драгуну. Зачем он разыграл всю эту историю, что узнал об убийстве только от нас? У него ведь Миронов, который точно об этом знает. Почему мы не уличили его во лжи? А что это нам даст? Предъявить нечего. Давайте попробуем подойти с другой стороны. Вы займитесь безотлагательно, ну, этим ухарем с татуировкой. Трогай! День добрый. Кажется, мы не виделись целую вечность. Как ты? Да все по-старому. По-старому больше не будет. Собирайся в Петербург. Это что за фантазии? Это не фантазии, мой милый Якоб. В департаменте готовы тебя принять обратно. Напиши прошение о переводе, и через 2 недели оно будет удовлетворено. Откуда же это вам известно? Я поговорила с нужными людьми. Все единодушны по поводу тебя. О твоих заслугах в этой глуши хорошо известно. И с кем же именно вы говорили? Поверь мне, с очень влиятельными особами. Спасибо за заботу, но я не назначал вас в свои поверенные. Перестань. Я твой друг. К тому же обещала. А вот в этом я сомневаюсь. В чем? В моих возможностях? Нет, сомневаюсь в нашей дружбе. После всех событий, которые произошли в последнее время... Оставь. Ваше столкновение с князем не имеет ко мне никакого отношения. Да, я общаюсь с ним, пока с тобой. Но ваша вражда меня не касается. Вражда — это так называется? Князь — преступник, а я страж закона. Это не вражда, это следствие по делу. По делу, которое ты себе сам вообразил. Я не поеду в Петербург. Якоб, сядь. Прошу тебя. Прости. Два слова, пожалуйста. Я прошу тебя. Пожалуйста. Ты мне нужен. Поедем в Петербург. Отдайте мне тетрадь. Что? Отдайте мне синюю тетрадь, и я сохраню в тайне все ваше участие в делах Разумовского, если вы примете мою сторону. Якоб, я не понимаю, о чем ты. Какая тетрадь? Ты мне обязан, ты помнишь? Конечно, помню. Может, поэтому вы все еще на свободе? Это из-за нее.
Нет. А если в ваше отсутствие мне даст такой приказ князь? Вы не должны выполнять ничьи приказы, кроме моих. И если он даст такой приказ, вы сообщите об этом мне. Ну, и что вы мне хотели сказать? Осмелюсь доложить! Не ори! Касаемо следователя Штольмана. Ну? Осмелюсь доложить, значит, ночью в камере мы слышали разговоры этого Ферзя и господина Штольмана. Господин Штольман сильно кричались, потому как были тогось, под коньячком. А Ферзь ему ответку. И... Да говори же! Ферзь сказал господину Штольману, что когда-то они поигрывали в Петербурге в карты. Ясное дело, не в шахматы. И еще сказал, что знает, как проигрывался господин Штольман в былые времена. И все такое. А Штольман начал кричать, прямо разоряться, что, мол, если он кому скажет, что он играл, то он его убьет. Кто кого убьет? Ну, Штольман, Ферзя. Так и кричал. Убью, говорит, убью! А Ферзь смеялся? Смеялся. Войдите. Господин Миронов. Вы позволите? Проходите. Ну-с, как продвигается следствие? Своим чередом. Вы присаживайтесь. Благодарю. Позвольте полюбопытствовать, каким образом вы оказались сегодня у ротмистра Машлоедова? Так. Забежал поболтать. Мы с ним давние знакомцы. Вот как. Тогда, думаю, вы успели обсудить главную новость до моего прихода. Убийство Ферзя. Да, мы говорили. Говорили об этом. Я узнал от Аннет. Почему же он разыграл целый спектакль, как будто узнал эту новость первый раз от меня? Видите ли, ротмистр. Характер, как бы сказать, несколько экзальтированный. Имеет склонность к эффектам. Или просто не рассчитывал то, что я найду вас за ширмой? У вас была игра с Ферзем? Нет. Ни в коем случае, нет. Я дал зарок. Обещался брату, так что не. Я блюду. Ну, вы должны понимать, сами играли когда-то с Ферзем. Значит, сообщить вам нечего? Нет, нечего, решительно нечего. По этому делу? По этому делу нечего. Тогда не смею вас задерживать. Thank you.
Войдите. Ваше благородие, происшествие. Там мужик под лошадь попал. Насмерть. И что? Крабяник уже там. Вас дожидается. Как же так, братец? Постарались. Мгновенная смерть. Кажется, он сломал шею. Извозчик божится, что он сам бросился под лошадь. Кто таков? Установить пока не удалось, но обратите внимание. Вот. Филимонов Кузьма. Кличка Филя. Нашел его по наколке по нашей картотеке. Извозчик где? А, вот-вот, Яков Платоныч. Я не лихачил, ей-богу. Ехал себе обыкновенно. И вдруг он прямо под колеса. Как так? А вот так, ваше благородие. Шел по тротуару. Обыкновенно. И вдруг шарах в сторону. Прямо на мостовую. И под колеса лошади. Как будто пихнул его кто-то. Ладно. Может, и правда? Несчастный случай. Анна Викторовна! Ни к чему вам здесь находиться. Похоже, ни одно происшествие в нашем городе без вас не обходится. Нехер сюда направил. Это его рук дело. Это несчастный случай. Яков Платоныч, он сделал ход ладьей С-25. Вот. Посмотрите. Яков Платоныч. С-5. Вот. Вот это место. Действительно, этот перекресток находится в квадрате С-5. Теперь вы должны сделать ход. Передайте ему, что игра окончена. В этой ситуации у вас только один возможный ход. В4, Д3. Это он принимает за ваш ответ. И вы должны угадать его следующий ход. В4, Д3. Но вы откуда знаете? Во сне видела, как обычно. Анна Викторовна, домой идите. Холодно. Раз, два, три, четыре, пять. Я тебя иду искать. Thank you.
А ведь в самом деле у меня один-единственный ход слоном. Откуда это у вас? Анна Викторовна оставили вчера. Так, ваш ход слон g5f4. А куда в таком случае мог пойти ферзь? Антон Андреевич, если вы будете потакать фантазиям Анны Викторовны, я вас уволю. Анна Викторовна не играет в шахматы. Откуда ей известен правильный ход? Случайность. Хорошо. Шутки ради, скажите, куда мог бы сходить ферзь в ответ на ваш ход? Ну, разве что шутки ради. Разумнее всего было бы сходить конем опять c4. Ну что, вернемся к нашим делам насущным. Что там с Филимоновым? Темная лошадка. Не раз бывал у нас в столе приводов. Ну, это понятно. Иначе как бы он попал в нашу картотеку? Да. Я поспрашивал у соседей. У него есть приятель, подельник, некто Приходов. Неоднократно их брали за драки. Ну и картежники, опять же. В общем, два сапога пара. А что они делали в тот вечер? Филимонова не было дома всю ночь. А где живет этот Приходов? В мебелярашках Васильчикова. Но он тоже не появлялся. Вот что, Антон Андреевич. Найдите мне этого Приходова, достаньте хоть из-под земли, а я займусь Мышлоедовым. Это с тобой что случилось? Ничего. А почему ты не отзываешься? А я не слышала. Откуда это у тебя? А это мне дядь привез. Еще лет 5 назад. Опять дядя. Все время этот дядя. Я смотрю, ты уже преуспела в игре. Я сегодня эту книгу первый раз открыла. Аня, может быть, тебе прилечь? А, мам, я в порядке. Господи, я с ума сойду в этом доме. Аня, может быть, чаю? Спасибо, мама. Извини, я без спроса, дитя мое. Пожалуйста, пожалуйста. Заходи в любое время. Практиковал немного с утра. Как сеанс прошел?
Не очень. А ведь к тебе они и под музыку приходят. Случается. Да. А у меня вот не случилось. Не случилось. Кого звал? Ферзя. Он к тебе приходил? Только что. Но я его тоже не контролирую. Он приходит сам, когда хочет. А что сказал? Ненавидит всех на свете. Угрожает тем, кто виновен в его смерти. И Штольману тоже. Ну что ж, Штольман виноват. Штольман не виноват. Я в это не верю. Зловредный дух. Дух-мститель. Я не понимаю. Он так решительно настроен. Как мне его остановить? Дядя, ну как мне его остановить? Ну как? Стой, постой. Что? Я ведь когда-то... Ну что, что? Подожди. Подожди. Есть. Есть один способ. Есть. Дух. Следует поместить между двух зеркал. Тогда он улетит, оказавшись в перспективе бесконечности. Как только сметенный дух оказывается в зеркальном коридоре, и никакая сила не может его вернуть обратно в наш земной мир. И произнести при этом нужно: дух зловредный, дух неугомонный, изыди. Вот, запомни это. Да. Вот. Еще у меня к тебе будет такая просьба. Прежде чем ты отправишь Ферзя в вечность, узнай у него, ну, где он тут жил, в Затонске. И... Спрошу. Да. Я вижу, ты волнуешься. Тебе это очень важно, да? Пустяки – это любопытство, и любопытство не праздное. Ты с ним играл? Никогда. Никогда. Когда ты видел его последний раз? Вчера точно не видал. А так кто их знает? Приходит, уходит, приходит, уходит. Разве за всеми не следишь? Да. Значит так, я буду в квартире, чтобы ни одна душа об этом не знала. Приходу у всех пускать, никого не упускать. А его самого? Разумеется, пускать. Ты понял? Всех пускать, и чтоб ни одна живая душа. Да понял, понял. Анна Викторовна, мое почтение. Осмелюсь доложить, господин Штольман и господин Коробейников отсутствуют по служебной надобности. А где же они? Не могу знать. Хорошо, я здесь подожду. Извольте, а чего же не подождать? Хорошо, заплачу.
Николаевич. День добрый. Госпожа Нежинская вчера посещала князя. Других визитов к нему не было. Понятно. Как там наш француз? Он вчера присутствовал на вашей встрече с Нежинской и сидел за дальним столиком. Вот как. Да-с. После вашего ухода он подсел к Нежинской, они имели непродолжительную беседу, после чего он ушел. Проследить не удалось, ловок очень шельма. С тех пор не объявлялся. Слежки за вами нет, мы проверяем регулярность. Что-нибудь удалось выяснить по поводу Ферзе? Установлено, что накануне ареста его видели в обществе некого господина Миронова. Петра Миронова? Да-с. А также некто Приходов возле него крутился. Вот это интересно. Что-нибудь еще? Приходов живет в меблированных комнатах Васильчиков, но часто проводит время у своей подруги на Слободке. Адресок имеется. Вот туда и поехали. Слушаюсь. Ваши вечные отговорки, мы бы давно решили эту проблему кардинально. Устранить Штормина сейчас было бы безумием. Как бы это ни было обставлено, наши враги поймут, кто за этим стоит, и неизвестно, какую тактику они применят по отношению к нам. А пока Штормин жив и работает на Варфоломеева, у них есть иллюзия владения положением. Ну вот если он падет от пули грабителя или утонет ни с того ни с сего в реке, они могут пойти на крайние меры. Зачем это вам? Сейчас есть хрупкое, но равновесие. Надо его сохранить до поры. Какая речь? Сколько здравых доводов. Все только потому, что он вам не безразличен? Я думаю о нашей с вами безопасности. О нашей? Мои симпатии не имеют значения. Ниночка. Анна Викторовна, они сегодня могут вообще не прийти. Еще подожду. Очень важное дело. Как вам будет угодно? Конечно, здесь. Здравия желаю. Прихода? Так точно. Год как отбыл каторгу за грабеж, и вот подружка убила. А вот сидит. Удар молотком, смерть мгновенная. Следователь Штольман. Вас как зовут? Крюкова Наталья. Из-за чего поругались? Да не ругались вы.
Не ругались, да душа в душу мы с ним жили. Там на полке у него инструменты лежали. Видимо, молоток на голову ему и упал. А я там была. Вдруг слышу, что-то упало. Я прибежала, а он тут. Сам, значит, убился? Сам. Сам. Кто к нему приходил в последнее время? Известно кто. Филька. Филимонов, что ли? Да, он самый. И все? Барин еще какой-то. Отставной военный. Мой-то. Сказал, что у него дело большое с этим барином. Что заживем потом. Заживем. Одну секундочку. Сударыня, позвольте ваши руки. И вторую. Вторую руку. Ну, что я вам скажу? Ни ссадин, ни синяков. Стало быть, борьбы тоже не было. Значит, молоток лежал на полке и упал? Упал. Упал. А вы задержаны по подозрению в убийстве. Да как же это? Да не я же это. Да как же? Ульяшин. Да. Проводи ее в управление. Слушай, Сергей Платонович. Да как же это? Да не я это. Да что ж, да не я это. Да не я. Да где ты? Да где ты? Ты говорят тебе. Ну, я не знаю. По-моему, все очевидно. У нее нет никаких следов борьбы или побоев. Как, впрочем, и у него. Правда, череп-то у него проломлен. И что, есть хоть какая-то вероятность, что это несчастный случай? Голубчик, Яков Платонович, вы явно переутомлены. Ну, о чем вы говорите? Какая вероятность? Это только в сказках. Молоток может сам спрыгнуть с полки, а потом может полететь в голову. Это вы несчастны. А вот гораздо вероятнее, она незаметно к нему подошла и силой ударила его по голове. Да это я понимаю, только что-то тут не так, не клеится. А, послушайте совет врача. Идите-ка вы домой, хорошенько выспитесь, а вот проснетесь, я обещаю, у вас все склеится. Все хорошо. Петр Иванович. Господин Миронов. Господин Миронов. Петр Иванович. Вы что? Бегать от меня вздумали. Вы что здесь делаете? Мимо проходил. Как-то часто вы в последнее время проходите мимо дела Ферзе. А что за тон? Позвольте узнать. И что за намеки? Какие уж намеки? Вы мне прямо скажите, какое отношение вы имеете к этому делу? Здесь отвечать будете или могу вас официально в управление пригласить? А на каком основании? Можно узнать? Ну, застали вы меня в обществе моего приятеля Мышлоедова. Ну, здесь я проходил, увидел толпу зевак. Решил посмотреть тоже. Что с тобой? Вас видели в обществе Ферзя за день до его задержания. Кто видел? Послушайте, я ужинал с Мышлоедовым. А потом подошел Ферзь, которого я знавал когда-то, впрочем, как и вы. В обществе Мышлоедова был и господин Приходов. Это кто? Тот самый, чье тело только что на ваших глазах вынесли из этого дома и отправили в мертвецкую. Послушайте, не знаю я никакого прихода. Вокруг Мышлоедова вечно крутятся всякие типы. Они приходят, они уходят. Меня им никто не представлял, и, следовательно, нужды запоминать каждого у меня не было. Какой-то хоровод невероятных совпадений, Петр Иванович. Не находите? Именно. Именно. Мне тоже это кажется странным. И я тоже обратил на это внимание. Полицейский следователь берет под стражу известного картежника, с которым имел когда-то несколько крупных игр в Петербурге, и во время шахматной партии этот шулер погибает. Вас самого-то еще не допрашивали по поводу этих совпадений? Вы что себе позволяете? Если имеете что мне предъявить, так предъявите. Но в любом случае, знаете, слова от меня больше не услышите без моего адвоката Виктора Ивановича Миронова. Честь имею.
здесь, а? И это здесь. Ну как же, господа следователи, на месте преступления и без шахмат? Вы напрасно иронизируете. Шахматы совершенно необходимы, потому что без них мы не узнаем, кто следующая жертва. В самом деле, ход, который вы сегодня утром определили, он привел нас сюда, в этот дом. Он как раз находится в этом квадрате. Господин Коробейников, извольте исполнять свои обязанности, а не заниматься черт знает чем. Яков Платоныч, вы, очевидно, запамятовали, что следствие веду я. И от моих действий зависит, снимут с вас подозрения или нет. Что? Господа, я прошу вас, Яков Платоныч, вы можете сколько угодно не верить в духов, но в логику событий вы же можете поверить? Ферзь убивает всех, кто виновен в его смерти. Сначала Филимонова он толкнул под лошадь, теперь вот Приходову в голову кинул молоток, а теперь... Здесь. Он хочет, чтобы вы сыграли с ним. Яков Платоныч, пожалуйста, не надо его сейчас злить. Я прошу вас, ну, поскорее. Белый. C1, F4. Он ждет вашего хода. А2, А4. F1, E1. Он ушел. Он ждет вашего следующего хода. Вероятно, будет ждать нас там. У меня единственный ход. Слон Б8. Б8. Вот. Дом вышла Е2. Срочно туда. Я ловлю пролетку. Яков Платоныч, пойдемте. Пойдем. Я знаю, что вы все еще сомневаетесь. Будьте спокойны, вы не убивали. Я точно это знаю. Придет он, не придет. Уже 2 дня, как Богу душу отдал. Этого я не знаю. Вот газету надо начитать. Надо бы. Ох ты, Господи. Так это в полицию надо обращаться. В полицию все непременно, но мне бы, понимаете, комнату его посетить. Как это посетить? Посетить. Я даже и не знаю, как это посетить. Дружны с ним были сильно. Вот хочу посмотреть, как он последние дни-то провел. Это вроде как на могилку сходить, да? Натурально. Натурально, как на могилку. И поплакать там в одиночестве. Провожу. Это у нас самый дорогой номер для особенных клиентов. Вот оно значит какое. Его последнее пристанище. Точно так-с. Только недолго. Открылись новые обстоятельства дела, дающие основания подозревать следователя Штольмана в убийстве.
эти двое дежурных обнаружили, что в камере отсутствует кружка, которую они видели раньше, а теперь ее там нет. Есть основания полагать, что это орудие убийства, которое находится здесь, в кабинете. Приказываю произвести обыск в этом кабинете. Приступайте. Каждый угол, каждую щелку обыскать. Каждый шкафчик. Работаем, работаем. Что там? Кружка. Немедленно найти и задержать надворного советника Штольмана и припроводить его в управление под охраной. Чем обязан, господа? Куда это вы собрались? Вы не можете уехать. Это еще почему? Вы задержаны по подозрению в убийстве. Что за бред? На каком основании? Мы поговорим об этом обязательно. В управлении. Стоять! Предупреждаю, я неплохо стреляю. Ротмистер, что вы делаете? Медленно. Достаньте ваши револьверы. Митька, возьми их. Возьми их. Держи их на мушке. И далеко вы убежите? Это не ваше дело. Я не виновен. Я никого не убивал. А я точно знаю, что это вы заказали убийство. Анна Викторовна. Ферзь мне сам об этом сказал. И он придет за вами. Это еще кто? Уж не чокнутая ли племянница Петра Миронова? Да, это я. Поймите, что вам опасность угрожает гораздо больше, чем каторга. Дух ферзя настигнет вас, где бы вы ни были. Боже мой, до чего дошла наша полиция? Что, вот это ваши методы? Яков Платонович! Приказываю вас припроводить в управление! Фараоны, вам не сбежать, сдавайтесь. Я забуду дурацкую выходку с оружием. Молчать! Зараза! Ты что делаешь, скотина? Так они зайти хотели! Так, Митька, закрой дверь и подопри ее чем-нибудь. Быстро! Одумайтесь, ротмистер, сдавайтесь, еще не поздно. Он здесь. Бросайте оружие. Послушайте меня, вам нужно срочно встать между двух зеркал. Это ваш единственный шанс остаться в живых. Где вы, Никита? Анна Викторовна! Стоять! Штольман! Сдавайтесь! Да не стреляй, идиот! Yeah.
Рикошет пули отскочил от часов. Судьба дика. Ротмистер, это вы наняли убийц Ферзя? Признайтесь, это вы? Мышлоедов, вы умираете. Облегчите душу. А, это я нанял. Я всего проиграл этому шулеру и Мене. Откройте дверь! Антон Андреевич, откройте дверь. Нет, нет. Если вас арестуют, я не смогу помочь. И Ферзь убьет вас. Коробейников, дверь. Ни в коем случае. Вы слышали приказ? Здесь я приказываю. Я веду следствие. Выполняйте то, что говорит Анна. Вот! Вы видите? Это он. Помогите мне. Непременно. Берем зеркало. Что вы делаете? Поставьте его туда. Так. Яков Платоныч, идите ко мне. Пожалуйста. Яков Платоныч, ну прошу вас. Ну, пожалуйста. Дух, зловредный, неугомонный, уйди. Дух, зловредный, неугомонный, уйди. Дух, зловредный, неугомонный, уйди. Анна Викторовна! Аня, что с вами? Очнитесь. Из места! Вы арестованы! Кто арестован? Вы с ума сошли? Приказано арестовать следователя Штольмана. Опустите оружие, я здесь старший. Яков Платоныч явится в управление без всякого принуждения. Опустите оружие! Да что же меня атакуете? Дух Ферзя есть, дух Ферзя явись, дух Ферзя явись. Что? Ну что? Я думал, сбежать от меня. Не тут-то было. Карточный долг это святое. Да? Ай, дух Ферзя, есть, дух Ферзя. Есть, дух Ферзя. Да и черт с тобой. Советом, зеркалами. И отправила Ферзя к бесконечности. Молодец. Молодец. Вот и славно. Ну, там ему самое место. А признайся, все-таки ты проиграл ему деньги. Я проиграл? Проиграл. Да я выиграл. Выиграл я у него. Выиграл. Только... Я папеньке твоему слово дал, что к карточному столу ни ногой. И вот войди в мое положение. Мы садимся, начинаем. Я рискую и выигрываю.
выигрываю у самого ферзя. Тише. А он мне деньги утром должен был принести. Поскольку играли мы под честное слово, тут я узнаю, что его взяли да арестовали. А потом еще и убили. Я уж думал, ну все. Плакал мой выигрыш, и я... И что? Ну что? Пошел и забрал то, что мне причитается. Все. То есть ты? Ой. Ты взял чужие деньги? Ой, не чужие деньги это, не чужие, а мои. Мои, Аннет, ты слышишь, я же их выиграл у него, их честно. Ты меня за кого принимаешь? Тише. Я взял ровно столько, сколько выиграл, ни копейкой больше. Все, пожалуйста, я прошу тебя. Ты мне не веришь? Я прошу, ты устал. Я взял свой выигрыш. Дядя, я прошу тебя. Давай, пожалуйста, ты должен отдохнуть, я должна отдохнуть. Прошу, пожалуйста, давай. Мне не нравится твое отношение. Дядь, ну пожалуйста, ну, нет. Пожалуйста, прошу, пожалуйста, все. Мне должно... Нет, я туда не пойду. Дядя, ну пожалуйста, ну все. В конце концов, дядя, давай. Все должны поспать. Ну, хорошо, хорошо. Как вы объясните, что эта кружка оказалась у вас в камине? Убийцы подбросили. Они взяли ключи у спящего дежурного, открыли камеру, убили ферзя ударом кружки в висок. И после этого, войдя в кабинет, засунули кружку в камин. Самое идиотское место, где сразу найдут. Но ведь нашли ее далеко, не сразу. Ну, видно, наших молодцов переоценили. Ну, хватит, хватит шутить, хватит, Яков Платоныч. Ну, что здесь еще не ясно? Я провел сравнительный анализ отпечатков пальцев, оставленных на кружке, с отпечатками, снятыми у Филимонова и Приходова. Отпечатки Филимонова на кружке. Эти ваши сомнительные методы... Да метод абсолютно точный. За ним будущее криминалистики. Конечно. Именно Филимонов нанес удар, которым был убит известный нам ферзь. Более того, прошу обратить внимание, вот здесь на камине остались отпечатки Филимонова. То есть, смею предположить, что вот как-то так. Хватит, хватит. Идите, оставьте нас. Яков Платоныч... Однако, должен признаться, глупость какая-то вышла. Ну и вы нас поймите, были на то обстоятельства. Я все понимаю. Ну, простите, простите, черт попутал, не иначе. В общем, я прошу вас продолжить следствие по всем этим случаям, а завтра утром... Ко мне с подробным докладом. Слушаюсь. Победа? Яков Платоныч! Странная история, Антон Андреевич. Признаюсь, в тот момент, когда я оказался между зеркалами с Анной Викторовной, я увидел и поверил, что все это правда. Да, да. Этот дух, он... А это шахматная партия? Ведь Анна Викторовна не могла придумать шахматные ходы. Она даже правил не знает. Это правда. Неужели я играл в шахматы с духом? Да. Неужели все это время я отрицал очевидное? Яков Платоныч, вы должны непременно сказать об этом Анне Викторовне. Она должна знать, что вы признаете ее правоту. Да, конечно. Вы правы, и я на право. Веритас Винцит. Правда побеждает. Войдите. Господа, прошу прощения, я на минуту. Яков Платоныч, я всего лишь забежал принести вам свои извинения за некоторую резкость тона, коей отличался во время наших последних встреч. Пустяки, я прошу у вас прощения. Нет. Настаиваю, однако, был непозволительной груб. Да перестаньте. Я очень рад, что это дело завершилось ко всеобщему удовлетворению.
Шлайдову жаль. Да. Но судьба. Судьба. Судьба-с. К слову сказать, Анна тоже. Для нее это явилось нелегким испытанием. Да. Но в свое время я ей ведь подарил шахматный самоучитель. Анна Викторовна изучала шахматы? Я не берусь доподлинно сказать, изучала ли. Не замечал. Однако у Анны есть свойство. Она как бы вбирает новые знания незаметно. Вроде не изучает, а вдруг выясняется, что предметом владеет. Я что-то не то сказал? Сицилианскую защиту изучаете? Нет. Это трактат. Из жизни привидений, я полагаю. Алан Кардек. Книга медиумов. Но я вижу, что вы не в духе. Выставили меня дураком. Я не понимаю. Вы ведь не умеете играть в шахматы, и все эти ходы были подсказаны вам духом ферзя? Конечно. Но я уверовал в ваши непостижимые способности. Да что там? Вселенная вдруг разверзлась и показала мне свое спиритическое нутро. И я увидел эту апокалиптическую картину и понял, как мало я знаю о мире, в котором живу. Я вас понимаю. Да, действительно, это пугает. Как видите, я до сих пор не могу с этим справиться. Да-да, вы ведь страдаете. Эти духи, они преследуют вас. Ваш дар, ваше проклятие. Знаете, почему вы страдаете на самом деле? Вам просто хочется внимания. Вы хотите быть в центре, чтобы все охали-ахали, какая она таинственная. Яков Платоныч. Нет уж, вы меня послушайте, я достаточно вас слушаю. Какая тонкая мистификация, вы разыграли эту партию. Прекрасно. Я уверовал то, что вы, не зная правила игры, делаете правильные ходы. И что я узнаю случайно? Вы изучали шахматы по учебнику. Я ничего не изучал. Дядя мне эту книгу привез давным-давно. Я прежде даже не открывал ее. И я снова должен вам поверить? Не верю. А глазам своим вы верите? Вы, кроме шахмат, были свидетелем других явлений. Сквозняки и окна были открыты. А преступления? Цепь совпадений. Зачем вы это делаете? Зачем? Вам скучно жить? Хотите видеть мою растерянность, мое унижение? Мне очень жаль, что вы так думаете. Анна Викторовна, Вы чудовище. Я? Полноте. Вы настоящих чудовищ не видели.